И покидаем мы это, оставляя боевых товарищей. Боевые товарищи точно такие же, как мы тогда была такая группа «Коваль», тем более группа особого значения. Лучше не было и не желаю без поручки с ним. Песня про них и про всех тех, кого дружили. Вторая горка называется «Забава», вторая название «Известно». Земля качается, 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 и вертолеты набирают высоту. И все кончается, 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 и Файзабад едва виднеется внизу. И все кончается, 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 и Файзабад едва виднеется внизу. Здесь только было боевых друзей, товарищей, и с ними хлеб и соль делили пополам. Мы вместе шли через засады и пожарища, и пыль глотали, и бродили по горам. Мы с ними шли через засады и пожарища, и пыль глотали, и бродили по горам. Где мы не встретились, в Европе или в Австралии, мы снова мысленно глянемся назад. Когда на карте на восточном полушарии отыщем маленький кружочек Файзабад. Когда на карте на восточном полушарии отыщем маленький кружочек Файзабад. Земля качается, 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 и самолет уже снижает высоту. И все кончается, когда-нибудь кончается, и Шереметьево раскинулось внизу. И все кончается, когда-нибудь кончается, и Шереметьево раскинулось внизу. Вот такая песня старых времен. 83-й. Еще раз.